Всем привет! И сегодня у нас на обзоре немецкий легкий танк Radkampfwagen 90. Что мы имеем на этом восьмиколесном танке по вооружению? Уже хорошо знакомый 105-миллиметровый L7 с общим боезапасом 42 снаряда. Из них, как обычно, у нас здесь стоковый кумулятив с бронепробитием 400 мм, хэш-снаряд, который мы использовать не будем, с бронепробитием 127 мм. Ну и, конечно, два лома ДМ-23 с бронепробитием 337 мм и топовый снаряд, топовый ОБПС на данном танке ДМ-33 с бронепробитием уже в 408 мм. Дальше имеем мы 8 штук дымовых гранат калибром 76 мм. Скорость поворота башни почти 23 градуса в секунду. Имеем очень хорошие углы вертикальной наводки от минус 9 градусов вниз до плюс 20 градусов вверх. Перезарядка. Ну, у меня экипаж сейчас эксперт. На экспертах я имею 7,1 секунду перезарядки. Экипаж танка состоит из 4 человек. Масса 31 тонна при двигателе с 850 лошадиных сил. У нас удельная мощность примерно получается там чуть больше 27 лошадок на тонну. Ну и, конечно, в реалистичном бою заявлена у него скорость максимальная 100 км в час. Насчет бронирования данного танка сильно углубляться не будем. Там всего лишь два бронелиста, сверху катанная броня высокой твердости, потом идет воздух, ну и снизу уже, точнее внутри, катанная гомогенная броня. В общем, как и у всех немецких легких танков, можно сказать, полное отсутствие брони. Ну, все это компенсируется, конечно, нашим бешеным ходом. Просто Radkampfwagen по полю носится просто как угорелый. Можно заниматься активной разведкой. Вот вы видите, как я щелкаю просто турмсов. Как я щелкаю советов в борт. Напихиваю по самое не могу. В этом бою просто, не знаю, какое-то изнасилование турмсов происходит. И все это, конечно, я делаю в борт. На данном танке нету смысла выходить на врага лоб в лоб. Это, конечно, верная смерть. Скорость, маневренность данного танка позволяет обойти всех с фланга очень быстро, занять определенную ультимативную позицию. Вот как на этой карте я обошел своих оппонентов между точками Б и С. Вот он даже башни не может нормально довернуть, а уже все, он отправлен в ангар. Вот между точками Б и С и просто устроил там засаду с общим количеством 8 фрагов на карте Волония. А теперь уже переходим на карту Япония. И снова я флангую. И посмотрите, какая бешеная скорость у Radkampfwagen, что, в принципе, позволяет нам, кроме как ездить по краю карты, еще и чуть-чуть зайти в красные зоны и потом, выходя из этой красной зоны, просто застать противника врасплох, как, в принципе, на данном эпизоде. Сейчас вы увидите, БМД просто не успевает реагировать, поскольку он-то думает, что он на краю карты. И слева уже все, слева уже никого быть не может, а я выскакиваю именно слева от него. И тем самым просто беру его врасплох и уничтожаю. Он мне повредил только правую заднюю шину. Я тут остановился в укрытии, отремонтировался и, конечно, уже можно ехать дальше.
На Радкомфагене, если остановиться, то остановиться только вынужденно и только на ремонт. Во всех остальных случаях на этом танке остановка это тоже практически верная смерть. Не надо никоим образом останавливаться, надо все время двигаться, находить, искать, находить цели, вот, обезвреживать. Сейчас я у него казенник выбил, думаю, пойду заберу свой фраг, а там справа замечаю выстрел от танка и успеваю забрать его. Поскольку я отвлекся на правый фланг, сейчас вы увидите, я на время, но теряю вот Дурмса из виду. И что я делаю? Я не пытаюсь его найти. Вот я потерял Турмса, у которого там казенник поломал. Я не пытаюсь его найти, потому что пытаться найти это уже означает там останавливаться, начинать работать биноклем. Нет, наоборот, я пытаюсь улучшить свою позицию. Ну, дадут помощь, то дадут. Если найду, обезврежу. А так не стоит, вообще не стоит останавливаться. А вот, в принципе, и он, открытованный мною Турмс, которого я вот забираю. К боевому рейтингу Радкомфагена. А он сейчас 9,3. В принципе, никаких претензий. Нормальный, комфортный для него боевой рейтинг. Конечно, 9,0 это было бы слишком низко для него. А 9,7, наверное, уже и высоко. Как у Кайлера, но это уже абсолютно другая история. Про это я уже рассказывал на обзоре Леопарде 2К. Бронепробитие снарядов хватает ему сполна, чтобы разобраться с танками и с 9,3, и, конечно же, с танками 9,7. А чаще всего мы встречаемся именно с Т-72-ками и еще чаще с ее премиум-версией, то есть сирийским Турмсом. И вот я постарался в этом видео показать, как можно просто истреблять Турмсы на этой легкой колесной технике. Так что, кто качает немецкую ветку, ребят, смело, смело открывайте эту технику, прокачивайте все его модули и просто наслаждайтесь скоростью и игрой на данном агрегате. А у меня на этом все. Желаю всем много фрагов, веселых боев и встретимся у меня на стримах. Всем спасибо и удачи!